А кран работает красиво. Видали, что он тащит? Вот вам, пожалуйста. Какой-то моток. Ничего такого особенного он не тащит. Я вижу крановщика, или мне кажется. Блин, он еще вот так вот по лестнице туда взбирается. Да. В общем, вот, видите? Вот это метро. Метро, краешек будет видно. Но вот эту надпись уже не будет, вот эту буковку. А вот это совсем закроет вот тут кинотеатр. Видно, кинотеатр полностью закроется. Вот такие изменения. А я все смотрел из года в год, все эти года, как на перемотке. И думал, какие тут вот будут изменения. Вот тебе, на тебе. Ну, до этого здесь типа, так сказать, реконструкция. Не буду говорить святое слово, но, в общем, они это называли реконструкция парка. А на самом деле это была расстановка палок на безжизненном поле. Вот. Расстановка палок. Ну, они тут множество дорожек, множество фонариков. В общем, смешно все это, просто смешно. Вот это было все изменение. Ну, вот там еще была надпись «Волна». Вот, она и сейчас есть, но она вот тут были голубые буквы. Большие такие, вот. Ну, собственно, и все. Ну, тут еще был паб какой-то, назывался какой-то там пират, там, я не знаю. Ну, все изменения. Но то, что тут будет гигантский храм. Эх, ладно.